Привет всем любителям компьютерных игр. Хочу предоставить вашему вниманию новые игры, которые уже вышли на ПК. Так что не будем затягивать и перейдем к играм. Hotel Renovator – увлекательная, разработанная в жанре симулятора, где мы займемся строительством и развитием отеля своей мечты. Твоя задача – сделать отель максимально популярным и не похожим на других, зарабатывая высокие рейтинги за счет положительных отзывов своих клиентов. Важно позаботиться как о внешнем виде фасадов, так и об уюте внутри, создавая атмосферу, куда захочется возвращаться снова и снова. Не менее важно постоянно обновлять интерьер, делая его более современным и интересным, дополняя различными деталями и технологиями для полного комфорта и отдыха постояльцев. Клиенты будут всегда оставлять о пребывании в твоем отеле отзывы. Это напрямую будет влиять на твои возможности, которые в положительном случае будут только увеличиваться и делать твои владения самыми популярными в мире. Графика игры порадует своей реалистичностью, а поэтому каждый сможет ощутить себя в роли создателя масштабного отельного комплекса. Smuland Survive the Wilds. Увлекательная и необычная в своем исполнении игра, разработанная в жанре приключения. Сюжетная линия расскажет о главном герое, обычном человеке, который внезапно очутился посреди леса в максимально уменьшенном росте. Не понимая, что произошло и случилось ли то же самое с другими людьми, мы отправляемся на расследование, преодолевая массу преград, опасностей и сражаясь с коварными оппонентами. Новый мир подготовил массу неожиданностей, а поэтому нужно действовать осторожно, чтобы не оказаться в ловушке. В игре важно изучать окружение, уделяя внимание каждой локации, ведь именно там он сможет раздобыть припасы и ресурсы для дальнейшего существования. Имеется в игре крафт нужных предметов и строительство всевозможных сооружений, которые станут для тебя укрытием. Угрозой здесь выступает все, начиная от переменчивой погоды в виде дождя или сильного ветра и заканчивая обитателями леса в виде кроликов, грызунов, либо вовсе колонии муравьев, ведущие охоту на твои припасы. Пройди этот непростой путь, найди ответы на волнующие вопросы, а самое главное – выживи. Survival Phantom of You – игра, разработанная в жанре приключенческого экшена, где мы сыграем роль простого моряка, оказавшегося далеко в непростой ситуации, и теперь ему предстоит побороться за собственную жизнь. Отправившись в очередное плавание, твой корабль разрушается, и ты оказываешься на просторах необычного острова. С этого момента начинается выживание в опасных и непредсказуемых условиях. Первым делом отправляйся на исследование окружения, чтобы раздобыть ценные ресурсы на первое время и найти место для дальнейшего строительства убежища. Постепенно ты сможешь продумывать план своих действий, отправившись на охоту, исследуя многочисленные локации, разгадывая тайны острова и открывая новые технологии. Не забывай об опасностях, которые ждут тебя на каждом шагу в виде хищных животных либо переменчивых погодных условий. В игре важно постепенно улучшать навыки, что позволит открыть доступ к труднодоступным локациям и преодолеть более сложные испытания на пути к заданной цели. Ravenswatch – ролевая приключенческая игра, которая порадует высокой динамикой и массой интересных задач. События происходят на просторах королевства под названием Ревери, где случилось что-то необъяснимое. Дело в том, что прямо в центре королевства образовался эпицентр, генерирующий тьму, породившую жутких монстров и кошмаров. Всему живому отныне грозит опасность уничтожения, и только тебе под силу остановить это безумие. Мир игры огромен и полностью открыт для исследования, чем мы и займемся в первую очередь, проходя испытания, добывая ценные ресурсы и находя возможности для достижения поставленной цели. Важно проявлять свои боевые навыки, ведь они точно пригодятся в борьбе с бесконечными врагами. По мере исследования ты будешь заводить все новые и новые знакомства с причудливыми персонажами, которые помогут тебе быстрее добиться успеха. Графика игры исполнена в уникальном стиле и позволит в полной мере почувствовать себя настоящим героем и спасителем королевства. Crime Boss Rocky City – это захватывающий шутер от первого лица, где игрокам предстоит примкнуть к криминальной группировке и принять участие в крупномасштабных ограблениях. После смерти предыдущего короля преступного мира место освободилось для более молодых и амбициозных людей. Вы тоже метите на вершину пищевой цепи, но перед тем, как вы выполните поставленную задачу, вам предстоит доказать свою самостоятельность. Соберите отряд из надежных людей, участвуйте в битвах за новые территории и станьте криминальным авторитетом мегаполиса. На первый взгляд, предстоящий Рокки кажется идеальным местом для работы, так и для семейной жизни, но это ровно до того момента, пока вы поближе не познакомитесь с обитателями улиц. Crime Boss Rock City отлично передает атмосферу штата Флориды 90-х, когда произошел расцвет преступности, а многочисленные банды не давали прохода мирным жителям, регулярно устраивая перестрелки прямо на оживленных проспектах. Прочувствуйте дух того времени и встаньте по ту сторону, пытаясь влиться в общую тусовку и доказать свою важность.
Брамбл, Горный Король. Приключенческая игра с элементами хоррора и интересным повествованием, где от выбора игрока будет зависеть исход событий. Сюжет расскажет о главном герое, сестра которого пропадает при странных обстоятельствах, и теперь он намерен во что бы то ни стало отыскать ее. Начав поиски, ты понимаешь, что предстоит пройти немало испытаний, избегать попаданий в ловушки, а также столкнуться лицом к лицу с самыми гротескными чудовищами. По мере исследования важно исследовать внимательно локации, по пути выполняя задания, заводить новые знакомства с интересными персонажами, а также тех, кто может тебе помешать найти сестру. Подбери для себя подходящий боевой арсенал с мощным оружием и атрибутами защиты, чтобы дать отпор всем противникам и даже их боссам, к битве с которыми нужно как следует подготовиться. Stranded: Alien Dawn – это увлекательный симулятор на выживание, где вы построите прекрасный новый мир вдали от родной Земли. Группа космических исследователей терпит крушение и оказывается на живописной отдаленной планете. Теперь вам придется возложить на себя роль лидера и обеспечить своим людям мирное существование на этих неисследованных землях. Займитесь строительством базы и разведением животных, но будьте осторожны, ведь помимо травоядных существ здесь обитают и прибывшие из других галактик инопланетные существа. Окунитесь в удивительный мир Stranded Alien Dawn, где каждая ошибка может стоить вам жизни. Суровые условия не дадут расслабиться, ведь помимо притаившихся врагов и непредсказуемых погодных условий, вас ожидают болезни и недостаток ресурсов. Последний фактор может заставить совершать более долгие вылазки, оставляя поселение без присмотра, или постоянно менять локации в попытках найти более привлекательное место для жизни. Вы все оказались в непростой ситуации и переживаете тяжелые времена вместе. Окажите своим выжившим необходимую помощь, отслеживая как их физическое, так и психологическое здоровье. Каждый член сообщества обладает уникальным характером и предысторией, которую потребуется учитывать при разделении обязанностей. Обустройте их жилые помещения, предоставьте им оружие для самозащиты, а также организовывайте увеселительные мероприятия для поддержания хорошего настроения. Resident Evil 4 Remake – это культовый хоррор на выживание, ставший не просто классическим представителем своего жанра, а его основоположником. После инцидента в Raccoon City прошло 6 лет, и на протяжении всего этого времени Леон Си Кеннеди работал в качестве секретного агента на правительство Соединенных Штатов. Отныне ситуация крайне деликатная. К вам обратился сам президент, чтобы вы помогли спасти его похищенную дочь. Расследование приводит вас в небольшую европейскую деревушку, где жители одержимы странным культом, а на улицах творится настоящий кошмар. Геймплей, как и оригинальная часть, сфокусированы на линейном прохождении предложенных локаций, где вам предстоит собирать не только необходимые для выживания предметы, но и сражаться с противниками. Ищите наиболее уязвимые места соперников, нанося точные удары прямо в слабо защищенные зоны, чтобы быстрее и эффективнее расправиться с различными существами. Отличительной особенностью стало наличие блока. Теперь игровой персонаж может парировать вражеские атаки, тем самым ненадолго оглушая оппонента. Для удобства на каждую локацию был добавлен торговый, который запросто поможет вам за кругленькую сумму. Собирайте внутриигровую валюту и тратьте ее на открытие дополнительных способностей и смертоносных приемов. Прокачивайте уже имеющиеся навыки, чтобы становиться сильнее, и заранее готовьтесь к испытаниям, ведь их вы встретите сполна. Sherlock Holmes The Awakened – это увлекательная приключенческая игра, чей сюжет является кроссовером между историей о Шерлоке Холмсе и мрачных вселенных Гарварда Лавкрафта. Загадочные исчезновения людей прокатились по всей Европе и Америке, а правительство не в силах выяснить, с чем это связано. За дело берется известный сыщик, но он еще даже не догадывается, с чем придется столкнуться. Сопроводите Шерлока и его напарника доктора Ватсона через запутанные лабиринты разума в попытках выяснить все о произошедших событиях. Исследуйте материалы, собирайте улики, допрашивайте подозреваемых и приготовьтесь заглянуть в лицо настоящему кошмару. Игровой процесс достаточно расслаблен и предлагает сконцентрироваться на сборе информации. Исследуйте предложенные локации в попытках раздобыть полезные предметы. Изучайте вырезки из газет и изучайте трактаты самого Лавкрафта. Разработчики не только вдохновились его творениями, но и добавили множество интересных фактов и отсылок, что особенно приглянется таким же фанатам ужасов. Не обошлось и без элементов экшена, и вам придется принимать участие в зрелищных перестрелках. Всегда держите наготове оружие, ведь даже приверженец логического мышления мистер Холмс не в силах объяснить происходящее. Игроки будут находиться в постоянном напряжении, а гнетущее окружение не позволит расслабиться даже в безопасных зонах. Ищите боеприпасы, но будьте предельно осторожны, ведь их количество ограничено, а худшее вас ожидает только впереди.
Star Wars Jedi Survivor. Это эпичный приключенческий экшен от третьего лица, созданный по одноименной медиа-франшизе Джорджа Лукаса. Действие разворачивается через 5 лет после событий предыдущей части. И на этот раз Кайло Кестису предстоит столкнуться с более серьезной угрозой. Галактика переживает нелегкие времена и находится на грани всемирной катастрофы, а вы, последний уцелевший воин-джедай, оказались заброшены в ранее неизвестную часть космоса. Вместе со своим бессменным помощником BD-1 отправляйтесь исследовать красочные просторы, которые таят в себе немыслимую опасность. И на последнем месте стоит захватывающая с первого взгляда история, которая подается через динамичное повествование. С головой погрузитесь в интересный сюжет и узнайте много новых деталей, как из жизни уже известных персонажей, так и открывая новых действующих лиц. Отправляйтесь в крестовый поход против Ордена и докажите, что вы уже далеко не падаван, а могущественный рыцарь, способный в одиночку расправиться с полчищем противников. На сегодня это все. Напомню лишь о том, что нужно прожать на лайк, а заодно и подписаться. Спасибо за просмотр и всего хорошего.